Олег Иванович. А? Олег Иванович. А? А вот за капитализм, вот что скажете? Ну, хорошо это или плохо? Ну, хоть тебе, конечно, налили это тебе колы с саной, дали этот гамбургер. Тебе, конечно, хорошо. Ну, хорошо. А я чего плохого-то? А вот слушай, дятел, ну ты помнишь эту нашу советскую систему, все вот это вот бесплатная медицина, бесплатные санатории, пенсия почти как зарплата. Помню. Да, помню. Нихуя такого больше. Теперь вся система настроена на то, чтобы ты въебывал до самой пенсии, только собирал эти вот эти вот, вот эти кредиты набирал, налоги платил. А когда у тебя крышак совсем поедет от всего этой, от всей этой херни, тебе такую таблеточку специальную дадут, такую успокаивающую, как в Америке. Это, знаете, так, антидепрессант называется. Вот так вот, и будут тебе вот этой вот колой, вот этой вот гамбургерами вот этими, вот тебя кормить, тебя будут пичкать, это аккурат, чтобы ты сдох под самую пенсию. Ну, чтобы тебе ее это не заплатить. Ну, вот так вот. А если ты такой дохера стойкий и прожил, то от всего этого дерьма вокруг ты заболеешь какой-нибудь такой лютой херней, что всю пенсию будешь тратить на врачей, которые теперь, вуаля, платная. И также снабжать своими бабками систему. Ну, а если я разбогатею? Ну, тогда ты станешь наркоманом или педофилом. И на пике карьеры присядешь на десятку-другую на зону, где и откинешься, и все твое богатство отойдет государству или твоим этим мудакам-родственникам, которые тут же все это тут пустят. Вот так вот. Какой ты пиздец без лучика надежды. В простонародье капитализм.